Доброго времени суток, дорогие мои друзья, с вами я, Дми, и на моем канале Дми One Games вы всегда будете желанными и добрыми гостями. Итак, мы находимся сейчас в моем пентхаусе, и в этом видео, по некоторым просьбам и по моему личному желанию, мы будем заниматься оформлением вообще моего пентхауса. Я скопил 2 миллиона 100 тысяч фишек. Я их где-то выиграл, где-то получил, где-то за задание давали и так далее. То есть я их как-то собрал. И сейчас, ребята, мы будем с вами заниматься обустройством. То, чем, надо бы заняться. Оно не то, чтобы очень прям важно, но почему бы и нет. Я хочу на это потратиться. Конечно, ребята, я хочу сделать это так, чтобы у меня что-то еще осталось, потому что играть я планирую и дальше, и выигрывать. Так, ну что ж, давайте-ка, наверное, начнем с самого начала. Будем оформлять все поэтапно. Спальня. Спальня 1 из 11. Я не знаю, что это. 1 из 11. То есть я могу поставить здесь вот такие фигурки. Фигурки в виде разнообразных вещей. Как вы видите, всякие гранаты, человечки, всякие там статуи и прочее. Вот они, кстати, карты бесплатные мои. Так, давайте что-нибудь выберем здесь. Что здесь больше всего подходит? Ну так, если подумать. На самом деле, я не знаю, какая-нибудь статуэтка. Пускай будет вот это вот. Так, купить? Да, давайте купим. Подождите. А, все, я ее купил, да? Так, хорошо. То есть там она у меня уже куплена. И она у меня здесь стоит. Так, хорошо. Так, коллекция карт. Ну вот, видите, можно сюда поднять, можно туда поднять, как хотите. Так, холл. В холле мы с вами можем... Подождите, у меня там есть 1.20. Это что такое? Я не понимаю. Так, в холле нам нужно поставить что-нибудь с вами другое. Я на самом деле хочу здесь поставить бабену. Ну, ту бабену, которая там в самом конце, самая дорогая. Вот это вот. Я не знаю зачем. Нет, тут есть вот бесплатные вещи. Так, давайте ее поставим. Я ее куплю сейчас. Так, все, мы ее купили. Это хорошо. Угу. Подождите, а что значит 1.21? Я вот не знаю, что это такое, но мы посмотрим. Вторая спальня. Вторая спальня — это у нас картина. На самом деле мне картина не то чтобы нужна была, потому что картина у меня вроде есть. А, вон есть, есть, есть. Я понял, ребята. Давайте я вернусь. Я просто прозевал и вот сейчас увидел. То есть тут есть еще... Вот на Е можно что-то делать другое. Так, давайте что-нибудь разместим здесь. Что-нибудь хорошенькое. Так, что у нас тут есть такое классное? Так, Вайнвуд зомби. Давайте вот эту поставим с картинами, наверное, да? Подождите, дайте я гляну, что тут еще такое есть. О. Так. О, изатор. Так, я думаю, вот эту надо здесь поставить штуку. Да, пускай будет так. Я теперь знаю, как это все двигать. Тут можно еще что-то воткнуть. Ну, какую-нибудь фигню такую, знаете ли. Не очень важную. Так, там я делал статуэтку. А здесь мы поставим... Ну, карта, она, наверное, не очень. Давайте мини-казино сделаем. Золотое. Золотое мини-казино. Так, идем дальше. 4. Это картина. Картина, картина. Что сюда можно поставить такого интересного? Ну, так, чтобы смотрелось более-менее хорошо. Прикольно. Так. Ну, тут я особо тратиться не буду, потому что это все плохо будет заметно, это все плохо будет видно. Так, что там? Ну, их много, я смотрю. Угу. Глядим, глядим. Так, 750.
Вот у меня есть бесплатный. Давай что-нибудь бесплатное поставим. Почему нет? Вот у меня есть тут бесплатное. Пускай стоит. Так, подожди, подожди. Спальня. Так, это мы поставили. Эту поставили. Это поставили. Так. На стол что-нибудь, да? Так, на стол. Давайте сделаем... Этот пистолет классный, на самом деле. Но оно, видите, оно очень маленькое здесь и незначительное. То есть, я даже не знаю, есть ли смысл. Давайте карты здесь поставим. Давай карты здесь поставим. Мне кажется, оно будет нормально. Так, 6. У меня денег еще много, мне хватит. Тут еще что-то можно поставить. GTA 5. О, тут другие статуэтки, смотрите-ка. Тут можно что-то такое сделать уж неплохое. Яхта. Цветы. Мне кажется, здесь надо цветы поставить. Не потому, что они бесплатные, а потому, что оно здесь более в кассу будет. Тем более, я люблю растения. Так, а тут очень много, смотрите, тут сколько всего есть. Ой, у меня, смотрите, у меня куча бесплатного есть, чего не обязательно покупать. Можно просто ставить и не париться. Да, а почему бы и нет? Мне же не обязательно все покупать. Книжки какие-то здесь. Так. Угу. Ну, пускай на столе книжки стоят. Почему нет? Так, вот это место уже более нам понятное. Так, давай смотреть. Микрофон. Машинку сюда не буду. Сюда надо что-то побольше, мне кажется. Так, пистолет. Давайте вот такую штуку купим сюда. Так. Картина. Картина. Так, что у нас есть? У нас есть вот из бесплатного, но оно сюда не катит. Олень сюда тоже как-то не катит. Так, вот так пусть будет. Бейсбольная майка. Так, что дальше у нас? Тут у нас есть еще одно. Еще один значок. Давайте купим зеленый V. Ну, типа GTA 5, вся фигня. Я думаю, здесь нормально оно будет. Хотя там можно было бы, наверное, и бесплатных куча всего. Но, ну, пускай оно будет за деньги. Так, давайте дальше сходим. Спальня. Угу. Вот тут вот на месте, да? Здесь подойдет какая-нибудь, наверное, вазочка, что-то такое. Что сюда можно воткнуть посимпатичнее? Так. Или цветок какой-нибудь. Так. Давай вот так сделаем. Мне кажется, нормально будет. Так, что дальше у нас? И 11-е. Это то, что можно поставить вот сюда. Я не знаю, тут, в принципе, все оно такое. Так. Пускай пистолет, что ли, будет? Или нахер этот пистолет? В принципе, он не так важен здесь. Не, пистолет я бы куда-нибудь в другое место поставил. Ладно, давайте, пускай будут человечки. Они у меня, я смотрю, везде эти человечки. Пускай будут здесь. Так, идем в холл. Вот в холле мы уже начали что-то делать. Тут очень много мест для разнообразных картин и прочего. Так, что у нас тут есть? Ну, пускай будет вот эта недорогая. При деньгах картина. Так, идем дальше. Здесь у нас что? Ну, здесь у нас все такое, понимаете ли. Давайте заново пролистаем. Так. Абстрактный. Я абстрактные не очень люблю картинки. Хотелось бы что-то такое. Так. Не все очень подходит. Иногда что-то вот прям не подходит. Это что ли поставить? Угу. Давайте вот это вот поставим.
синюю. Пускай будет так. Далее. Еще картины. Еще целая куча. О, гитару можно поставить. Ну, гитара это такое дело, оно мне не очень-то и надо. Так. Как-то странный наискосок, да? Не знаю даже, что выбрать. Оно все тут такое, понимаете ли. Пускай вот так будет. Сияние. Так, на самом деле, ребята, это довольно-таки долгое занятие. Ну, так тогда. Раз уж на то пошло. Так. Подождите-ка. А, смотрите-ка. Так, это третье у нас, да? Ну, пускай будет третье вот так вот. Почему бы и нет? Восьмое. Нужна такая же маленькая картина, ребята. Давайте вот так сделаем. Так. Девятое. Ребят, я уже не знаю, что делать, блин. Тут все какое-то это. Все какое-то уже странное. Ну, пускай так будет девятое. Десятое. А, это типа по ступенькам, да? Ну так оно же не важно. Оно же, в принципе, особой роли-то не играет. Но. Не, я могу это не делать, конечно. Это понятное дело, что. Можно не делать. Ну, давайте вот так тогда. Раз уж оно так есть у нас. Так, хорошо. И последнюю. Ну, давай. Вот так вот. Фух. Так, 13. Дальше идем. 14. Статуэтка. Угу. Это я не знаю, что такое. Но оно неплохо здесь, в принципе, смотрится. Пусть будет. Пускай будет. Так. Человечек. Собачка. Ха, вот так давай. Давай вот так сделаем. Так. Картина. Вот сюда надо хорошую картину, ребята. Хорошую, дорогую картину сюда надо. Деваха. Кто у нас там еще есть? Угу. Так. Знаете, оно может не подходить, конечно, но давайте смотреть, как уж будет. Так. Угу. Вот сюда я бы, наконец, карты поставил, наверное. Потому что здесь карты, я думаю, не помешают. А вот сюда что-нибудь из бесплатного. Так. Ну, так, наверное. Так, тут человечка можно, действительно. Так, желтый человечек. Пускай зеленый будет, да, наверное. Угу. Я пока просто не вижу все в сумме. Я вижу только вот отдельными какими-то вещами. Статичность. Так. Тут можно какое-то растение подмутить. Так вот там, допустим. Почему нет? Тут иногда как-то долго прогружается это все. Так, а это мы уже посмотрели, да? Угу. Так, картина, это все. Это все. Так, мы все сделали, что ли, уже? Так, мы что, все сделали, да, здесь? Так. Да, здесь мы все сделали. Тогда выходим назад. Давайте все-таки, наверное, спальню оставим пока и зону отдыха посмотрим. Слушайте, ребят, знаете что? Придется мне как-то паузу делать, потому что я чувствую, видос будет очень длинный и нудный. Так что давайте, наверное, все-таки с паузами. Фух, ну что ж, ребята, я закончил все.
Как вы видите, у меня из 2 100 000 осталось 496 тысяч фишек. То есть я сделал все, что смог, я все купил себе во всех пунктах и все расставил. И у меня получилась вот такая вот нехилая сумма. Ну что ж, ребята, я предлагаю пойти и все это, наверное, посмотреть. Посмотреть и проверить. Ну, по крайней мере, то, что мы сможем с вами, ну, увидеть так. Так, ну что ж, давайте начнем, наверное, отсюда. То есть здесь у нас бабёны с грудями. Тут у нас картины вниз идут. Можно было не брать, кстати. Тут у нас тоже все расставлено. Ну, знаете, я решил сделать все. То есть сразу все. Почему бы нам, как говорится, херню не страдать, там не выбирать, где что поставить, оставить все подряд. Вот этим я и занялся. Так, давайте смотреть, как все поменялось. Тут у меня теперь цветочки стоят. Тут у меня теперь все красиво. Как видите, вот оно, напоминание о том, что я собрал все карты. Так, идем сюда. Что у нас здесь есть? Здесь у нас ничего особенного. Тут у нас лошадь стоит. Там у меня оленья голова, картина. Статуэточки разнообразные. Ребят, я буду как-то все побыстрее стараться показывать, а то что-то у меня такое ощущение, что видео уже очень длинным получается. Так, здесь мы все посмотрели. Тут у меня все расставлено, как говорится. Не смотрите особо там на какой-то вкус и так далее. То есть я делаю так, как просто, ну, выбирал то, что нравится, и ставил от балды. Общей картины я не видел. Тут у нас тоже все вроде стоит, что надо. Все вроде красивое. Здесь мы поставили цветочки такие. Можем вообще все на зелень заменить. Там у нас стоит кое-что. Так, здесь у нас вроде ничего не было. Так, тут у нас тоже установлено все, что надо. Довольно-таки весело выглядит. Это мы с вами в самом начале делали, как вы помните. Ну и, в общем-то, неплохо, неплохо. Теперь побежали туда, где у нас все основное. То есть кабинеты и прочая хрень. Там все, как говорится, все, что надо. Так, везде картины висят, везде все симпатично. Тут только одну можно было купить. Короче, все вот эти пустые полки, они, я так понимаю, нужны для какой-то определенных каких-то достижений. В основном. Потому что больше там ничего такого особо не видно. Так, там у нас картины по всему этому висят. То есть тут я все завешал, все, что смог. Так, что у нас тут еще? Собачка вон. Так, тут такие скульптурки стоят по центру. Чуть-чуть разделяются. Но я старался, ребят, вкладывать самое дорогое в то, что... Ну, в то, где я буду постоянно зависать. Это у крупье. Будем мы с вами играться и так далее. Так, извините, что я не показывал вам весь процесс, иначе это бы заняло очень много времени. Это очень долго все. Все нудно. В общем-то, тут я тоже кое-что наставил. Как вы видите, здесь у нас тоже кое-что прибавилось. Вот мячик тоже, пятерочка, картина вот эта вот. Ну, тоже так более-менее что-то наставил. Там еще можно было статуэтки ставить по бокам, но я уже не стал. И так денег, как говорится, уже не осталось. Тут вот картина такая. И тут у нас идет уже, ну, чисто такое развлекательное место. Так, что у нас здесь было-то еще? Не, здесь уже ничего. Вот там я повесил. Там я крылья повесил, вот эти вот. Тут я поставил растения. Крылья повесил, которые хотел в самом начале взять. Тут вот такого поставил чемпиона. Кстати, там реально было написано, что он типа профи. Профи в компьютерных играх. Так они, наверное, все и выглядят. Здесь у нас, тут небольшие растения, оно, по-моему, было уже. Вот такую вот двухстороннюю картину мы не написали, а, скажем так, поставили. И тут чувак, который якобы поскальзывается на этом, на льду. Ну, тут птичку я поставил. Так, что у нас еще? Здесь у нас, по-моему, ничего нет. Ну и картины, все такое. В общем-то, наставил здесь.
как вы понимаете, того, сего, 5-го, 10-го, то здесь у нас теперь такая вот красота получилась. Фух, я не знаю, как это по времени сказалось, но, в общем-то, вы видели, сколько у меня было фишек, сколько у меня осталось фишек. И, конечно же, тут у нас всего только одна лимонка получилась. У крупье что? У крупье вот там я статуэтку поставил, а здесь я поставил картину с инопланетянами. То есть, вот видите там, по-моему, ну, да-да-да, вот. То есть здесь у нас такая вот игра получается. Так, ну и остальное, я думаю, все вы уже видели, все я вам уже показал. Стало получше, я не спорю. То есть стало посимпатичнее, стало более как-то вот уникально. Но опять же, ребята, на всю эту фигню у вас уйдет ляма 2. Только на это. Я еще про шмотки не говорю, которые внизу там продаются. Ляма 2 у вас на это на все уйдет. На всю вот эту херню. О, собачка, кстати, еще одна. Так что, ребята, кто желает, учтите, что копить надо много. И придется очень постараться, конечно же, чтобы все это сделать. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Что это? Да, тут надо будет, наверное, достижения какие-то, я хрен знает. Увидимся с вами в следующих роликах. Надеюсь, кому-то было полезно, кому-то интересно, а кому-то просто помогло скоротать лишнее время. С вами был Дмитриевич, канал Dmivan Games. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях и вопросы, рассказывайте, как вы оформляли, сколько потратили, и вообще считаете ли вы нужным вот так кастомизировать этот пентхаус, или, может быть, вы подумаете, нахрен бы мне это все сдалось. Так что давайте, если что, спишемся в комментариях. До новых встреч, пока.